Нет, никого не пускали. Сегодня утром охранники Дворца спорта «Видное» на первом этаже здания обнаружили подозрительный сверток. На первый взгляд – самодельное взрывное устройство. Тут же сообщили диспетчеру, который позвонил в службу 112. Все двери немедленно разблокировались, и сотрудники Дворца спорта покинули помещение кратчайшим путем. По радиосвязи постоянно транслируется информация, как сохранять спокойствие и что делать, пока ситуация не нормализуется. Буквально через несколько минут на место стали съезжаться сотрудники правоохранительных органов, а за ними врачи скорой помощи, МЧС. И вот в здание входит кинолог со специально обученной собакой. Так выглядели бы действия персонала Дворца спорта и межведомственных служб в случае выявления террористической угрозы. Сегодняшний же инцидент проходил по заранее отработанному сценарию. Такие мероприятия мы проводим на регулярной основе. Задачами, целями данной тренировки было не только проверка действий персонала Дворца спорта, но и отработка взаимодействия подразделений служб городского округа Ленинский. Собака на муляж взрывного устройства не отреагировала, а значит и угрозы теракта не было. Сотрудники кинологической службы сверток изъяли для дальнейшей работы с отпечатками. Это стандартная процедура в подобных ситуациях. Все прибыли вовремя, все сработали достаточно на высоком уровне, в принципе, вопросов нет. Я думаю, считаю, работу удовлетворит. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, в случае выявления вами подозрительных предметов, не прикасайтесь к ним и сразу сообщите о находке охраннику учреждения или звоните в единую диспетчерскую службу 112. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.